Всем привет, с вами канал SebroAndroid, и сегодня я вам расскажу, как клонировать себя или другой предмет с помощью программы Clone Camera. Запускаем ее. Вот такая программа. Здесь есть функции такие старт, то начнем клонировать. Также здесь есть настройки. Вот такие накладка сетки, звук, изображение высшего качества. Дальше здесь вы сможете ввести промокод, чтобы избавиться от рекламы или подарок. Дальше здесь вы сможете также перейти на Instagram Clone Camera и другие фотки. Здесь внизу вы сможете просмотреть Instagram Clone Camera, там где другие пользователи выкладывают свои фотки, а также Special Tutorial. А здесь уже есть готовые рисунки. Вот, например, возьмем это. Это с помощью Clone Camera сделано. И здесь есть инструкции. Вот, например, листаем справа налево еще раз, но оно потребует денег. Ну, эту программу легко можно взломать через Freedom. Вот. Давайте начнем. Нажимаем старт. Вот, для примера я возьму флешку. Сделаю фотографию одну. Также здесь слева можно указать таймер. Например, вот смотрите. Переставлю флешку влево. Нажму на таймер. 5 секунд. И вот. И через 5 секунд оно сфотографирует. Вот, нажимаем стоп. Также сверху можно изменить камеру на переднюю. И все. Мы сделали две фотографии. Нажимаем галочка. Галочку нажимаем сейчас. Вот, здесь открылся наш редактор. Вот здесь есть первая фотография и вторая. Берем вторую фотографию, выбираем вверху brush и нажимаем и задерживаем, и выделяем нашу флешку. Для чего это нужно? Чтобы вырезать ее, а потом сюда вставить. Также здесь есть ластик, вот нажимаем, и вы сможете стереть все. Также здесь есть зум. Вот, для четкости. Вот. Бам-бам-бам. И все. Также вверху есть кнопка Undo, чтобы вернуть шаг назад, и Clear, чтобы очистить всю маску эту. Если вы уже закончили, вам нужно все слои выделить. Вот, например, два возьмем. Нажимаем галочку. И вот оно склеило. Ну, здесь немного не вышло. Ну, давайте я попробую еще другую фотку. Например, свой танк возьму. Вот, нажимаем старт. Вот мой танк. Делаю фотографию. Дальше. Пересылаю танк. Вот, настроиваю и еще раз фоткаю. И вот уже у нас уже два танка. Нажимаем галочку. У нас грузится. И вот. Две фотографии. Зарисовываем второй танк. Здесь. Чтобы не накладывался этот слой красный на первый танк. Вот наклался, нужно вытереть немного здесь. Вот так, думаю. Да, вот. Нажимаем галочку и все. Вот, у нас два танка. Есть. Дальше, здесь есть также фильтры. Разные, например, возьмем вот такой зеленый фильтр. Дальше вы сможете
поворачивать изображение ваше. Зеркальное отображение вы сможете сделать и перевернуть его. Вот. Также здесь есть функция обрезки изображения. Вот. Обрезаем. Окей. И нажимаем вверху на такую стрелочку. Здесь вы сможете сохранить на устройство эту фотографию, расшарить Facebook, Twitter, Instagram или отправить на e-mail кому-то. Я сейчас сохраню. Заходим в галерею. И вот. У нас эти танки. Вот я еще делал тоже такие танки. Вот так вышло. Классно. Вот, думаю, вы разберетесь с этой программой. Вот такая-то программа. Здесь нет ничего сложного. Вот такая-то программа. Пользоваться легко. Если вам эта программа понравилась и вы будете пользоваться нею, то поставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал и на мою группу ВК, а также заходите на мой сайт. И всем пока!